Пока одни только решают, как разобраться с мусором во дворе, другие уже перешли к активным действиям. На масштабный субботник в рамках месячника чистоты вышли работники новотрубного завода. Белые металлурги приводят в порядок центральную аллею на улице Ватутина. Сейчас у нас активно занимаемся приборкой, уборкой листвы. Также мы ее грузим сразу в пакеты, чтобы ее не разрывало никаких, и производим вывоз с аллеи. Также сегодня, на сегодняшний день мы все лавочки прошкурили, как бы, и пойдет покраска лавочек на аллее. Из центральной части города силами белых металлургов уже вывезено несколько машин мусора и листвы. В планах заводчан прибрать всю аллею от проспекта Ильича до улицы Гагарина. Также на этой территории приведут в порядок скамейки и ограждения, их помоют и покрасят. Напомню, что месячник чистоты идет 17 апреля. В течение 30 дней очищать улицы города от мусора и листвы будут трудовые коллективы, а также все неравнодушные первоуральцы. Поделиться результатами уборки горожан призывают в социальных сетях. Фотографируйтесь на субботниках, размещайте эти фотографии в своих интернет-аккаунтах, а также не забывайте, самое главное, ставить хэштег «Чистый Первоуральск». Фотографии самых инициативных и креативных участников администрация городского округа разместит у себя на официальном сайте и в средствах массовой информации.